Здравствуйте, друзья! 14 декабря в Алании. Зима, холодно, 15 градусов примерно сейчас. Два дня шел дождь, ну и плюс был карантин. И выходить было нельзя из дома совсем. В такую погоду особо и не выйдешь. Вот вышел я на море просто посмотреть, потому что времени сейчас нет ловить рыбу. Вот сидят рыбаки, один он вообще удочку не расчехлил, второй кидает поплавок. Подошел, спросил, есть рыба. Говорят, что рыбы нет. Ну, будем, значит, дожидаться, когда погода немножко улучшится, появится время. Тогда уже можно будет половить. А волны вот такие вот. Вот здесь стоит такой, типа волнолома. Очень мощные, я думаю, что там даже наверху стоя, там 2 метра, и то, наверное, намокнешь от брызг. Такая вот погодка бывает в декабре. Спасибо, что посмотрели видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся.